В Тамбовской городской налоговой инспекции выстроились очереди. Люди торопятся заявить о своих льготах на уплату земельного налога. В некоторых СМИ прошла информация о том, что сделать это нужно до 1 февраля, хотя крайний срок уплаты самого налога – 1 ноября. Во избежание, значит, очередей мы объявляем и доводим до сведения налогоплательщиков, что мы льготы, эти документы по льготам будем принимать до момента начисления налогов. А начислять налоги мы будем в мае 2013 года. Таким образом, подать документы на льготное налогообложение можно до мая. Причем не всем льготникам нужно нести документы. Поэтому гражданам, кто уже имел льготы, к примеру, за 2011 год, когда они получили все налоговые уведомления и видели, там была проставлена льгота, то этим гражданам в налоговую инспекцию обращаться и заявлять свои льготы не нужно. Эта льгота у нас отражена в информресурсах, и мы ее, естественно, перенесем на начисление 2012 года. Заявить о праве на льготу нужно тем гражданам, которые получили ее только в 2012 году. Кроме того, если налогоплательщик имел право на льготу несколькими годами раньше, а заявил о нем только сегодня, налоговые инспекторы сделают перерасчет за все годы.